Впервые на арене Ивановского цирка модный показ. 9 сентября в Иванове состоятся сезонные моды «Сёкос». Репетиции уже идут полным ходом. Цирк – площадка для работы непростая, признаются участники шоу. Но чтобы удивить зрителей, организаторы фэшн-события готовы пойти и не на такое. Сезон моды – это, в принципе, такое действие, которое происходит в самых неожиданных местах города. Летом, в июне, мы проводили модный перекресток, да, у нас был, и модели у нас шагали через пешеходный переход в аллее, вот мимо сидящих рядом зрителей. Шоу «Сёкос» – это мероприятие для тех, кто хочет быть на пике моды. Талантливые российские дизайнеры, ивановские и не только, представят новейшие коллекции сезона «Осень-зима 2016-2017». Наш модный показ разделим на категории. Это будет мода офисная, это будет мода вечерняя, это будет коктейльные платья, платья на каждый день. У нас несколько блоков, и мы, собственно, несем моду в массы. Модные сезоны в цирке – это не просто классический показ, а полноценное шоу, музыкальное и театральное. Атмосфера цирка тоже накладывает свой отпечаток. Зрителем, который пристально наблюдал за подготовкой предстоящего мероприятия, стал «Сокол». Он не только парил над ареной, но и позволял делать с собой селфи. Всех секретов организаторы не раскрывают. Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Любовь Почерникова, Андрей Семёлков, РТВ Иваново.